Мне очень тяжело говорить сейчас то, что сегодня произошло. Сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавший в ДТП. Кирилл один из тех, кто был самым ярким, умеющим говорить и умеющим преподнести для людей правду. Правду о том, что происходит в Херсонской области. Он с самого начала принял решение, которое предшествовало его дальнейшей деятельности. Он работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал на территории области и в самом Херсоне. И где бы он ни появлялся, он чисто и искренне говорил о том, что происходит. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем правду, сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно. Сложно также будет говорить его родным и близким. Он многодетный отец, у него 5 детей и должен в скором времени быть 6. Конечно же, мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть. Царство Небесное.